Терпение лопнуло. Жители одного из районов столицы перекрыли шоссе, требуя закрыть завод по производству фанеры. Через несколько минут, правда, дорогу разблокировали, но установили палатки перед проходной фабрикой. К радикальным действиям перешли, поскольку многочисленные обращения к органам власти остались без ответа. Люди убеждены, что завод в Фанплит выбрасывает в воздух ядовитый формальдегид, хотя расположен он прямо в жилом квартале. Участники акции надеются, что хотя бы теперь на них обратят внимание. Наша реакция на бездействие власти о том, что завод работает с нарушениями всех разрешений на выбросы. Наша петиция набрала необходимое количество голосов для Киевраду еще весной прошлого года, но до сих пор рабочая группа не создана, никто не хочет заниматься нашим вопросом. Вопреки всем приписам служб, завод продолжает работать с нового года в полную силу. Это жители микрорайона возле Ленинградской площади, Березняков и Позняков. Мирная акция протесту, яка під собою має встановлення наметового містечка для того, щоб привернути увагу власників даного заводу «Фанплит». По закону даний завод не має права працювати. На нього накладений арешт на певні котли, і в них є заборгованість більше 30 мільйонів гривень. Але в обхід законодавства вони запускають своє виробництво.